Всем привет, мои уважаемые подписчики, вот и залетает новый видеоролик. Братва, не забываем подписываться на канал, ведь следующая цель — это 11 тысяч подписчиков. Спасибо, что вы со мной, то поддерживайте мой канал, ставите лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, не забывайте ставить колокольчик, чтобы приходили уведомления о моих стримах и о моих новых видеороликах. Братан, если ты еще не играешь у нас на проекте, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру, а для комфортной игры тебе нужен самый лучший промокод Трунов, он будет в описании. А чтобы его ввести, тебе нужно зайти в игру, нажать на F10, нажать на шестеренку, нажать на промокод, ввести сюда вот этот промокод, зайти в подарки, забрать випку на 10 дней и 12 500 долларов тебе будет капать до 5 уровня, а также x2 опыта, x2 пособия. Братишка, я тебе хочу сказать, что казик не является способом заработка, это всего лишь развлечение. Никогда не иди играть на последние бабки, ведь он может забрать все. Также я хочу тебе сказать, что ты со мной также можешь и слить, ну можешь и выиграть. А если ты хочешь поиграть со мной, переходи по ссылке в описании в мой дискорд, телеграм-канал и группу ВКонтакте. Писать в личку мне не стоит, так что жди стрим и следи за дискордом. А всем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. Сделай 150 ставку. Ага. Покажи, как ты этот микшер открываешь. Сейчас покажу. 26. А вот, видите, через динамик. 13. Ну, блядь, что ему поделать? Это ебаная 18. Это не последние деньги-то? Не-не. Ставь на Стаса, нахуй, на 26 и на 36. Может, даст на 30? Ха, ему говорят, капец, типа, подставил. Кого чё, Семён, не понял. Чё, 36, да? О, давай 36, сука, горбатое уебище, беспонтовое, нахуй, 13. Банная шлюха. Так, ставь 12, 36 и 16. 12, 36. Угу. 13, да? Да-да-да. Нет. Ёбаный в рот, нахуй. А вдруг сейчас дабл уебет? Что хуйня может? Нихуя это, блядь, 16. Ставь 33, 17 и 11. Ставь на 32, 36 и на девятку. А чё подставил-то, я не понял? А, 33. Да не, это, да вон, Семён что-то пишет. Так, поставь на 29, 31 и на Стаса. Да, 4 на 3 кто-то. Двадцать девять, давай. А, блядь, сука, опять тридцатка. Поставь на 2-0, 33 и 26. Такие это ячерские, не гоните меня просто компом. Чё, 26? Заебись. Я заебись, блядь. Сука.
Ставь на семерку, на девятку и на 25. Ты типа это гетто-ящик? Блять. Или гетто-тумбочка, нахуй. Гетто-тумбочка, блять. Все, нахуй, квадратная. Да голова, наверное, тоже квадратная, блять. Блять. Ты-то нам на сисечном мониторе поди играешь, сидишь. Да. Такая сисяндра такая в стене, блядь. К соседям прорубил окно в Европу, нахуй. Так, ставь на семерку, на девятку и поставь на 14. Давай еще 500 тысяч, блядь. 15, да? Ой, горбатая гнида. Поставь на 24, 13 и 10. Чел через телескоп, через телескоп играет, нахуй. Да под микроскоп, нахуй. Восемнадцать в рот ебать мента, блять. Ай, блять, а вон 13:35 ставь нахуй и 16. Ну он то что там 18 было сверху. Угу. Бля, давайте повторим нахуй. Я уж про егоровский комп молчу, там вообще пизда нахуй. 13, дай? Ай, 29, сучка. Запрыгала, блядь, уебище. Сделай ставку по 300, нахуй. Сейчас миллион заберем и заебись будет. Поставь на 13:24. Вот. И поставь на... И поставь на 33 Стаса в жопу, отъебли, нахуй. И по 200 сделай ставочку. Как была и неказиста, Стаса жопова... Очко таксиста, блядь. 17, что ли, блядь? А, 32, сука. Ну, блядь. Тварь она и в Африке, тварь. Ставь 20, 17 и 33. 33, да? Да что так, Стаса? Да я любя, ебать. Чё там за звук был, блядь? Какой там, как в самбе менюшка перелистывается, блядь. Уведомление на телефон приходит. За мышку со стола убирай. Это 29 опять. И чё за хуйня, блядь? Давай на 2-0. Все, бля. Давай по 200 обратно. А по 150 лучше. Угу. Ой, великий бог, казино, дай нам денег выиграть. Это двойка, плюс лям 800. Ебать. Рома лох. Хуя там Юлька, блядь. Блядь. Сделай по 200. Поставь на 28. На Стасика. И сделай ставку 1100. Поставь на 0, на 0. Это самая большая ставка, которую я ставил когда-нибудь. 1100, ебать. Это он меня лохом называл. Это она меня лохом называла. Просил у него, как там BlackBerry, есть люди или нет. Да хуя, да ну, блядь, слушай, 1500 онлайн. 23, сука, Стаса в жопу отъебли. Сделай опять по 500. Ставь, короче, на четверку. Блять. Поставь на 15 и поставь на 13. Давай нам еще лям 800, и чтобы Рома... Да, я выхожу. Да. Стас сегодня вообще не хочет заходить. Вот так вот, смотри, покрутила.
покрутила, и 15 выпало, нахуй. Ебать. Да. Ебать. Стаса в жопу отъебать, нахуй, выходи. Ну нахуй. Иди снимай деньги. Хуя с копеек. Ебать. Ебать копеечку. Никогда столько денег не было, да, или было? Не, ну слушай, у меня было, я потом все проебал. Во-первых, меня в детстве называли приматом, а теперь мой кореш от ресторатор. Теперь у меня есть фанаты, я богатый, знаю много лиц талантливых, правда. Иванов, а помнишь, как я